Готовиться к обряду юношей, калидари, как их называют в Болгарии, начинают задолго до сумерек. Традиционные болгарские костюмы, шапки и накидки. Хоть и стоит на улице плюсовая температура, одеваться нужно по-зимнему, как того велит обычай. Шапки украшают специальные ленты, которые раньше придумывали и делали любимые девушки молодых людей. Несколько дней, несколько подчеркнем, что не смеется на мирами в Республике Молдова. И видишь, вот три вот, цветочка направлена, и кое-то го разбира самое то, что говорит, что твоя флага на Република Молдова. И вот тук това си в кутуфлейши у хората, и то се вижда, и всичко такова. Но половината шапки са с български флагови. 8 юношей тщательно готовятся к предстоящим колядкам, распевают песни, собирают все атрибуты. Рождество Христово, и вот тук в речи се родил Иисус Христос. И има звезда, която светнала в тази вечер. И вот тук при нас в Тараклия децата ходят с такава звезда. И пьет малка песня, четыре пьет почти като речитатив. Ближе к вечеру молодые неженатые люди, в Болгарии их называют ергенами, выходят на улицу и заходят в любой дом, чтобы песнями рассказать о благой вести. По традиции их встречает хозяин дома. Здесь это Георгий Янчев. Первая песня «Калидарий» посвящается именно ему. Чули смета, дошли, видим, да те увидим. Одессы, брат, твои мари, твои мари, серебро и злато. С улыбкой смотрит на поющих юношей Георгий Янчев. В свои молодые годы он тоже ходил колядовать. Сейчас очень много изменилось, говорит хозяин дома. Станами по-богати, тогава бедность беше. И то их, но обычай сохраняваешь все равно. Тогава свет нямаше, най-главното. А телевизор, нищо такого нямаше. А все уже по-цивилизованной станами. А праздника те си го празнуваха и сега даже по-забравя те. Встретить калидарий готовится в каждом доме. Ирина Каменщик накрыла стол исключительно постными угощениями. В их семье строго соблюдает рождественский пост. Ката година чакаме калидари и стараем да се приготвим нашите фирмени блюди. Но у нас като пост, значит, в основном готвим всичко постно, а то именно то вечер, защото седьмо уже като Рождество, като се роди Иисус Христос, у нас уже върви разговявание. Юноши-калидари будут ходить по городу до самого позднего вечера. На следующий день калядуют маленькие дети, исполняя болгарские песни в каждом доме.